Я хотел бы начать с того, чтобы поблагодарить вас за ваше замечательное отношение сегодня. Поблагодарить вас непрерывное преданное служение. Но сначала хочу кое-что сказать. В начале, когда у нас был киртан, вам всем понравится, что я скажу. Когда у нас был киртан в начале, я посмотрел туда, на вход, и там стояла одна женщина-мусульманка. У нее были густо накрашенные глаза, у нее была красная помада на губах, шарф на голове. Она смотрела на нас через ворота и улыбалась. Широкая улыбка у нее была. И она делала вот так, показывала два больших пальца. Было очень приятно ее видеть. И я уже сказал, я благодарю вас за все теплые слова, которые вы мне сказали. Я каждый год это говорю, но я чувствую себя обязанным сказать снова. Я не считаю себя достойным всех этих добрых слов, которые вы сказали в мой адрес. Но поскольку вы все милостивые вайшнавы, вы сказали все эти слова и предложили мне свое служение. И я буду вечным долгу перед вами за то, что вы помогаете мне в служении моему духовному учителю Шри Прабхупаде. У вас были очень хорошие подношения. Я имею в виду, что они были основаны на шастрах. Очень часто на подобных мероприятиях люди иногда говорят спонтанно. Они могут что-то сказать, хорошие слова, вспомнить какие-то смешные истории, связанные со мной. Это не трудно, потому что я такой человек, любящий шутки. Но когда я слышу цитаты из шастр, а вы снова и снова повторяли, приводили цитаты из шастр в своих подношениях, я вижу, что вы изучаете книги Шрилы Прабхупады, или вы слушаете лекции Шрилы Прабхупады, или вы слушаете лекции других возвышенных вайшнавов. И это по-настоящему доставляет мне удовольствие. Можно поразмышлять немного над одним примером, о котором я говорил, упоминал, кажется, в Далласе утром, когда давал лекцию по Бхагаватам. Я упоминал о той части Брихат Бхагаватамриты, где Гопа Кумар попадает в сияние Брахмана. И сначала он получает
общение, милость величайшего из вайшнавов Господа Шивы. Господь Шива дал ему свою милость, а затем, после того, как он получил милость Господа Шивы, появляются вишнудуты, жители Вайкунтхи. И они также дают ему свою милость. Они объясняют ему, что это Махакалпур, это место безличного освобождения. Это не то, чего он ищет. И они просят его немедленно покинуть это место и отправиться на Вайкунтху, в духовный мир. Они там очутились по милости Господа, по милости Шри Кришны, по милости Господа Вайкунтхи. Они дали ему наставление, Шикшу. Точно так же, как Господь Шива появился перед ним, перед этим, и дал ему Шикшу. А позже, в течение его путешествия, он встретит Удаву и Нарада Муни, и от них получит Шикшу. О том, как совершить прогресс на пути назад домой к Богу. И они сказали ему, вишнудуты сказали, не оставайся здесь, уходи отсюда. Отправляйся в обитель Вайкунтхи. Иди в духовный мир. Но чтобы попасть туда, тебе нужно изменить качество повторения мантры. Сейчас ты повторяешь мантру с благоговением. Но чтобы попасть в духовный мир, твоя мантра должна быть наполнена бесконечной любовью. И тогда естественным образом возникает вопрос, как добиться этого? Как же наполнить мантру любовью? Как же сделать так, чтобы милость Кришна, Гуру Махараджа, все Гуру Парампары наполнили каждый слог Махамантры, который мы повторяем. И они сказали ему, если ты хочешь повторять мантру таким образом, тебе нужно изучать Шримад Бхагаватам, тебе нужно изучать шастры. Если ты будешь изучать Шримад Бхагаватам, то, естественно, любовь Кришны пробудится в твоем сердце. И столько раз мы уже об этом слышали. И Бхагаватам также нам объясняет, когда Господь Кришна оставил этот мир, то где же нашли прибежище принципы дхармы в словах Шримад Бхагаватам? Итак, когда я слушал ваши подношения, которые были наполнены цитатами из шастр, я видел, что у вас развивается хороший вкус, вкус к чтению книг Шрилы Прабхупады. И это обязательно трансформирует ваше повторение мантры и трансформирует ваше сердце. Повторяйте Хари Кришна. И повторение Хари Кришны — это ключ к тому, чтобы открыть сердце и удалить оттуда все ненужные, все нежелательные качества, и потушить огонь материального существования и пробудить прему. У нас есть знание, как это сделать. И этот ключ — это знание шастр. Я очень благодарен вам, когда я слушал ваше подношение, не потому, что вы сказали хорошие слова в мой адрес. Я, честно сказать, не чувствую себя квалифицированным, я недостоин таких слов. Но вы также в этих
в отношениях сказали правильные вещи. Мы часто говорим: преданные, пожалуйста, практикуйте сознание Кришны, делайте это качественно. Кто-то из преданных говорит: ну, может, я что-то должен существенное сделать, то, что можно вот потрогать руками, храм построить. Но мы говорим: пожалуйста, не надо вот гнаться за количеством, сделай что-то качественное. Наш духовный учитель просит нас, пожалуйста, он хочет, чтобы мы стали квалифицированным преданным, хорошим преданным. Мы не надо быть преданным просто внешне, тилака вала или хорошую шикху отрастить. Надо быть качественным преданным. And I'm sure that I've mentioned it before, я уверен, я много раз это уже говорил и рассказывал, как я написал в отношении Шрилы Прабхупады и цитировал очень много шастры. И тогда, сейчас гораздо легче находить цитаты, а в те времена мне нужно было прочитать много-много книг. И Шрила Прабхупада написал мне ответ и написал: «Спасибо тебе большое». Он сказал: читая твое подношение, я мог понять, что ты читаешь мои книги. Если ты будешь продолжать читать мои книги, ты всегда будешь счастлив. И никогда не будешь сбит с толку философией боги, ну, наслаждение чувств. И это, он так сделал вывод в конце заключения: читай всегда мои книги. Итак, вы сказали много добрых слов в мой адрес, но я должен сказать, что все, что вы видите в моем характере, в моей личности, это лишь небольшое отражение личности, великой личности Прабхупады. Когда мы приходим в сознание Кришны, вайшнавизм, становимся слугами Шри Чайтаньи Махапрабху. Мы должны понимать, что Шрила Прабхупада — это тот, кто показал нам стандарт, лучший пример. Мы всегда должны смотреть на Прабхупаду. И мы также... Есть ученики других духовных учителей. Вам нужно смотреть на своего духовного учителя и видеть славу Шрилы Прабхупады, как она проявляется в духовном учителе. Почему? Благодаря тому, что он искренне занимался служением Прабхупаде. Just like Srila Prabhupada was the gold standard in every respect, we can see that Prabhupada, he had such relish. He had such огромный вкус, и он испытывал большое счастье, когда делился сознанием Кришны с другими. I think it was. Мне кажется, Крипа Майи упоминала в своем подношении, что одни люди практикуют, но не проповедуют, другие проповедуют, но не практикуют. А вайшнав — это тот, кто может делать и то, и другое. Эти слова сказал Санатана Госвами Харидас Такура. Это происходило в тот момент, когда Санатана Госвами болел, у него было что-то типа проказы, и когда Господь Чайтанья при встрече обнимал его, то гной из ран Санатана оставался на теле Господа Чайтанья. И Санатана очень переживал из-за этого. Даже хотел самоубийство совершить. А затем он решил просто уйти из слуги. По совету Джагадананды пандита.
Джигананд ему сказал, нет, нет, ты не должен совершить самоубийство. У Господа такие планы на твое тело. Тебе нужно после Радхаятры уйти из Пури. И Санатана сказал об этом Господу Чайтанье. Господь Чайтанье воскликнул, кто тебе это сказал? Кто дал тебе такой совет? Он ответил, Джагадананда. И Господь Чайтанья воскликнул, Джага? Кто это Джага? Он такой незначительный по сравнению с тобой. Он говорит, я принимаю тебя своим наставником, а что Джага себе позволяет? И он открыл свое сердце с Санатани Госвами и Харидасу. То есть он им рассказал, как он их ценит, как он их любит. Из-за того, что они прикладывают большие усилия в сознании Кришны. А затем Господь Чайтанья, он кажется, ему нужно было совершить свои полуденные обязанности, он отправился на океан, чтобы совершить омовение. Когда уже он ушел, Харидас Такур посмотрел на Санатану и сказал, «Ты самый счастливый человек. Ты получил лично благословение Господа Чайтаньи». А Санатана, как смиренный вайшнав, посмотрел на Харидаса и сказал, «Нет, ты самый удачливый человек». Кто-то проповедует, но не практикует, а кто-то практикует, но не проповедует. Но ты делаешь и то, и другое идеально. Поэтому ты лучший из вайшнавов во всем мире. И это золотой стандарт Прабхупады. Он хотел, чтобы мы проповедовали, ой, практиковали и проповедовали. Кто-то также упомянул в своем подношении, как Господь Чайтанья наставлял брахмана из Южной Индии, Ягидеха Харитаха Кришна Упадеш. Кого бы ты ни встретил, с кем бы ты ни разговаривал, вдохновляй его следовать наставлениям Кришны, рассказывай о них, и таким образом стань гуру и спаси всех. В комментарии Прабхупада говорит, проповедуй своей семье, членам семьи, проповедуй родственникам, проповедуй кому сможешь. Если у тебя есть больше шакти, проповедуй большой аудитории, как, например, здесь, в Дамодардеше. У вас огромная ятра. И вы можете столько душ помочь соприкоснуться с сознанием Кришны. У вас такой оазис киртана, что уже по всему миру люди сходят и говорят, нам нужно попасть на этот киртан в Дубае. Каждый здесь может следовать золотому стандарту Прабхупады. Помогать, совершать служение духовному учителю, сделать это своей жизнью и душой. И таково должно быть настроение каждого хорошего ученика. Шрила Прабхупада, его служение Бхактисиддханте Сарасвати стало его душой и жизнью. Он готовился к этой миссии всю свою жизнь. И мы все должны смотреть на Прабхупаду, как на пример. На своих духовных учителей мы должны смотреть, следовать их примеру. А также мы должны практиковать сознание Кришны очень хорошо. Каждый день мы должны сделать хотя бы один шажок на пути к этой высшей цели. Каждый день мы должны сделать еще хотя бы один шажок, чтобы пробудить настоящее чувство по отношению к Кришне в своем сердце. Мы не должны просто формально отнестись к процессу сознания Кришны. Мы должны
проводить искреннюю эмоцию в сердце. Как, например, Рамананда Рой обсуждал Читания Махапрабху, поэзию, стихи Рупы Госвами, он сказал, какой толк, какова разве есть ценность в стихах поэта или в стрелах лучника, которые, пронзив сердце, не заставляют голову кружиться. Что я хочу сказать? Ну, какой смысл в практике сознания Кришны, если она, пронзив наше сердце, не будет заставлять голову кружиться? I can safely say that out of all of us here, например, в конце хочу сказать, что здесь Шри Валлабха, и он самый старший здесь. Он практикует сознание Кришны дольше, чем каждый из присутствующих. Но я что хочу сказать, что одно мгновение настоящего чувства, настоящей эмоции в сердце, в совершении служения Гуру Махараджу, служению Наме Прабху, Шри Чайтанья Махапрабху, правильное отношение при совершении севы к Радхе Кришне, один момент, одна секунда может изменить всю нашу жизнь. И мы все хотим этого, практикуя сознание Кришны. Давайте же сделаем это. И я также хотел бы сказать, что вы все самые удачливые души здесь. Вы хорошие, удивительные преданные. И вы совершаете служение под руководством Шри Валлабхи Прабху, его жены. Сыновья его также подрастают и берут ответственность. И вы очень удачливы. Я благодарен Шри Валлабхи Прабху, что он заботится о всех. Я его знаю уже очень, ну, лет 20 уже сейчас. И каждый преданный в этой ятре, ну, буквально вырос под его заботой. Пожалуйста, усиливайте свое сознание Кришны. Пожалуйста, служите миссии в Дамодар Дэше. И по-настоящему делайте то, что вы можете, чтобы пробудить настоящее чувство Господу Кришне в своем сердце. Шрила Прабхупада говорил, в чем же для нас настоящий бизнес, настоящее дело? Наше настоящее... Цель, наше дело в том, чтобы стать сумасшедшими мужчинами и женщинами, сойти с ума от Кришны. Пожалуйста, вы всегда помните, что сева Гуру Махараджу вашему, вайшнавам и Хари Кришна Махамантре. Пожалуйста, постарайтесь достичь этой цели благодаря повторению Хари Кришны. Вы мне пожелали счастливого дня рождения. Я вам всем желаю счастливых дней рождений. Вы мне пожелали хорошего здоровья, и я вам желаю хорошего здоровья. Господь Чайтанья сказал Мукунде, пусть же у тебя будет духовное процветание, материальное процветание. И я вам всего этого желаю, чтобы ваши умы были сосредоточены на Кришне.